Приветствую всех на канале. Как часто в Ютубе вам встречаются ролики, где люди, якобы знающие, о чем они говорят, советуют вам разную фигню. К примеру, как пожарить рыбу или посадить укроп. Сегодня похожие ролики. Но прежде чем писать дневные комментарии, посмотрите внимательно описание, там в разделе «Видео» данный ролик находится в категории «Юмор», а про кротов действительно работает. Как убрать кору с деревьев? Понадобились мне как-то голые чистые ветки акации. Сейчас покажу, как это легко сделать. Для начала нужно напилить в размер, а потом уже будем убирать эту свежую кору. Так, а теперь загружаем их в нашу живую чистилку от коры. Ну, если у вас нет кроликов, можно воспользоваться нутриями или бобрами. Работаем. Вы видите, они сразу приступили к работе. Все. Ждем время и приходим за результатом. Так. Ну, как почистили. Во. Вот, как мы можем видеть, уже все тут почищалось. Ну, практически. Просто не голодные. Оставим до утра. Так, смотрим. Ну что? Вполне пригодно для использования. Чуть-чуть доработать, конечно, но да, но лучше, по-моему, использовать бобров. Красота. Пока там работает живая чистилка, решил еще немного облагородить фасад мастерской. Ну как фасад, чердачное помещение, точнее сам вход. По ходу дела возникла проблема с осами. Будем решать с помощью бензина. Симпатяга получается, осталось покрасить. Ну вот, контур обвели. Сейчас закрасим фон. А потом уберем скотч. А осы все еще не оставляют надежду вернуться в свои дома. Но не тут-то было. Так, на банке написано на отлип 4 часа. Прошло уже 6. Сейчас пойдем смотреть, что там получилось. О, высохло. Не думайте, что я сектант какой-то. Просто нравятся такие жутковатые картинки. Так, я думаю, надо позаботиться о пожарной безопасности в мастерской. Нет, мы не будем делать огнетушитель. Мы сделаем пыльницу, не проливайку.
команды получилась неразбиваемая, непроницаемая шкатулка. Сейчас мы ее покрасим в брутальный зеленый цвет и готово. Да, небольшой тест. Нет доступа кислорода. Ну, шикардос. Ну, таким же способом можно изготовить и солянку, и перечницу. В общем, все ваша фантазия. Про кротов. Как вы относитесь к кротам? Я не имею в виду кротов из шпионских фильмов или вот этого милого кротика из мультика импортного. Я имею в виду этих животных, которые перепаскудили весь огород или приусадебный участок. Методы борьбы с ними. Есть простой и действенный способ. У кротов, как у животных, практически лишенных одного чувства, это зрение, обострены другие. Они очень хорошо чувствуют вибрацию и хорошо слышат. Поэтому будем их пугать с помощью вибрации. Нам понадобится пластиковая бутылка, прут, канцелярский нож. Все, отпугиватель кротов готов. Ну и для усиления эффекта вибрации я сюда еще вставлю железное колечко. Бутылка от ветра будет крутиться. Наш прут будет вибрировать, вибрацию передавать в землю. Тем самым пугая кротов. Вот таким гуманным способом мы и будем бороться с ними. Так, ну дождь закончился. Сейчас пойдем устанавливать наш отпугиватель от кротов. И будем ждать, пока все кроты уйдут к соседям. Так, отпугиватель установил. Кроты, уходите. Кроты, уходите. Мантру читать обязательно, слова оставлю в описании. Ну вот, в принципе, и все. Не судите этот ролик строго, потому что действительно было настроение не творить, а вытворять. Да и в сложившейся ситуации относиться ко всему чересчур серьезно, да просто можно с ума сойти. Подписывайтесь на канал, смотрите на нем другие ролики, там гораздо больше полезностей. Всем пока, живите с позитивом.